Здорово. Итак, Де Сильва. Де Сильва. В следующих видео я понял, что мне надо сделать звук 10, хотя бы 60. Так. Что, скучно без меня? Зачем сопротивляться? Ты можешь столько потерять, а шансы на победу... Атакую! Бесполезно. Так. Какой же он никчемный вообще. Давай. Нам нужны ракеты, быстро! Ракеты готовы! Ракеты бац-бац. Чудная сфера. А тут нет. Нужен щит! Есть щит! Боевой стимулятор. Собрались! Выпускаю стимулятор! Берите его! Почти добил его! Мы только начали. Не, чё? Полетели! Еще чуть-чуть! Снайпер, ложи! Так, готово! Взрывчатка на месте! Тут нужен заряд! Мина установлена! Вот цель! Понял, навожусь на цель! Всем пора взбодриться! Вот и стимуляторы! Нужна защитная сфера! Прерывай! Да блядь. Чё это за хуйня вообще? Ставь ракетную турель! Ракетная турель готова к бою! Готов! Готово! Сейчас
рванет. Сюрприз! Двигай! Они в броне! Да вы чё? Командир, вы в порядке? Сейчас будет лучше. Так. Боевые стимуляторы. Собрались! Выпускаю стимуляторы! Защитная... Поставьте щит туда! Закладывайте мину! Мина заложена! Есть щит! Угоните их! Снимите его щит! Пусть побегает! Цель повреждена! Они идут на нас! Да что за хуйня? Ходу! Ракетную турель, туда! Ракеты готовы! Чисто! Идем дальше! На верхнем уровне переключатель. Нажмите его, чтобы подать вторичный сигнал. Угу, сейчас. Что-то от этой компании я устаю очень. Увеличиваем отклик вторичного сигнала. Куда гости? Кто это? Пустяки. Ставь ракетную турель. Ракетная турель готова к бою. Так, вот, блядь. Тут нужен заряд. Нам пора взбодриться. Вот и стимуляторы. Мина установлена. Тут нужен щит. Прорвите защиту. Вверх. Щит поднимается. Активируем прерыватель. Эй, почему? Такая лоховская у тебя. Закладывайте мину. Мина заложена. Атакую. Эээ.
Сбоку они идут! Ракетную турель, туда! Ракеты готовы! Мина, прижахни. Алле, оп! Так. Поставьте щит туда! Мина установлена! Командир, вы в порядке? Избавляем. Ракетная турель подбита! Закладывайте мину! Мина заложена! Пробейте его щит! Собрались! Эй, повреждена! Мы пробили его щиты! Говори! Выпускай с него! Снимаю! А вот и щиты! Почти добил его! Как же вы заебали меня? Заряд готов! Готово! Нужны ракеты, быстро! Ракетная турель готова к бою! Прерывай! Ручная граната! Прерывай! Ух ты, блядь! Вы уничтожены! Нажмите второй переключатель на нижнем уровне, чтобы включить последний сигнал. Да ты бы нахуй уже не пошел, слышь, чё? Сбегай туда, сбегай сюда. Как мне туда вообще попасть? Осталось подать последний сигнал. Нажмите переключатель в основании ракеты. Угу. Чтобы гребсти по полной. Заряд готов! Минируйте это место! Мина установлена! Ставь ракетную турель! Вверх! Сработало, док! Мозаика сердится! Он штампует этих тварей! Дрон! Он их лечит! Так. Нужна защитная сфера. Щит поднимается. Всем пора взбодриться. Вот и стимулятор. Унята! Он вызывает подкрепление! Товар!
Так, что-то какая-то хуйня вообще происходит. Полетели! Прервите его! Так. Готово! Взрывчатка на месте! Сейчас рванем! Сюрприз! Красота! Сейчас рванем! Пошла! Он вызывает подкрепление! Закладывайте мину! Нам нужны ракеты, быстро! Двигаюсь! Поставьте щит туда! Мина заложена! Щит. Ракетная турель готова к бою! Они наступают! Командир, вы в порядке? Дроны клечит! Сейчас будет лучше! Вверх! Прорвите защиту! Снимите его! Принято! Так, он зов, да? Он вызывает подкрепление! Да кто он-то? Рычажка на месте! Сейчас рванет! Сюрприз! Собрались! Нужна защитная сфера! Выпускаю стимуляторы! Минируйте это место! Мина установлена! Поднимается! Здесь все чисто. Да неужели? Мы недооценили вас. Мы не исправим эту ошибку. Хорошая работа, док. Похоже, теперь у нас есть хоть какой-то шанс. Надеюсь, вы правы. Завершаю тест. Пока что. Ура! Так, получилось, передав частотный сигнал, мы смогли вызвать ответную реакцию мозаики. Однако заметно, что сам объект достаточно тяжело переносит этот процесс. Возможно, при определенной доработке сигнал и результат будет лучше. Сразу все хуйни. Программа испытаний, доработав наш сигнал, увеличив его амплитуду, мы готовы провести атаку на психическую связь мозаики с объектом 23. А мы возьмем наивысшую амплитуду, которую можно использовать без риска для объекта 23. Закодируем сигнал аудиовизуально, так что его можно, его смогут наблюдать и объект, и агент Де Сильва. Мы надеемся, что это заставит мозаику отступить, отпустить своих жертв, подобно тому, как электрический заряд заставляет хищника рожать. Итак, так, что у нас тут далее? Чаще всего, да? По мере того, как пациент начинает чувствовать себя всеведущим, к ним также приходит ощущение собственного всемогущества. Даже при тяжелых или явно
несправедливых условиях испытаний они не огорчаются и считают, что выданных им инструментов достаточно для решения поставленных задач. Также зафиксированы сообщения о волшебных предметах и способностях, часто их обнаруживают пациентов, которые получили более концентрированные дозы препарата. Один бег, которому поручили стрелять по быстро движущим целям из игрушечного оружия, утверждал, что оно медленно превращается из пневматической винтовки сначала в пулемет, а затем в сверкающий ствол из чистого света и энергии. Самое удивительное заключалось в том, что эти магические информации сопровождали значительным улучшением скорости реакции и медикаций пациентов. Какая-то хуйня. Бредятина какая-то. Док, почему вы прервали тест? У нас же все отлично получалось. Объект 23 больше не выдержит. Но у вас действительно все отлично получалось. Избавимся от мозаики, надо будет отметить это дело. Я так думаю, Донни просто обязан проставиться. Давайте не будем спешить. И в любом случае, чтобы отмечать агенту Доновану, сперва надо подлечиться. Вы бы слышали мозаику. Мы здорово ее прижали. Результаты были обнадеживающие, но объект очень тяжело переносит нагрузку. Он выдержит. Правда, Донни? Мы прижмем этих гадов. Так, размещает своего дрона. А это что? Гранаты носят на своем большой дрон. Конечно, дрон. Зачем это гранаты поганые? Гранаты поганые можешь себе оставить. Так, это что? Увеличивает мощь лобовых стимуляторов. Снижает урон, получаемый при реанимации ЛВЦ. Давай мощь боевых стимуляторов. Поделать. Так, это только седьмой. Еще три. Пойди еще 300 лишних. Ну так, если подумал. Ой. Так. Вы видели эти пики? Мозаика долго не продержится. Послушай быстро. Мы готовы к новой атаке? Вполне. Но я попрошу вас активировать сигнал напрямую. Это произведет на мозаику наибольший эффект. Не вопрос. Что надо делать? Когда будете внутри, запустите проектор. Сигнал будет передаваться вместе с фильмом. Устроим мозаики настоящее шоу. Проектор должен быть где-то здесь, у стойки. Я так честно не понял, что вообще за хуйня происходит. Мозаика! Ты прикольно. Убирайся из мозгов моего друга! Ты... Так. Чё, вызывай своего дрона. Вот и дрон-помощник! Так. Поставьте щит туда! Собрались!
Есть щит! Прерывай! Поднимаю! Давай, он такой бежит. Закладывайте мину! Бджух его нахуй. Ракетную турель, куда? Заряд готов! Взрывчатка на месте! Пошла! Полетели! Сейчас будет лучше! Всем пора взбодриться! Прорвите защиту! Выпускаю стимуляторы! Разгоните их оттуда! Минируйте это место! Эти твари в броне! Тут нужен щит! Щит поднимается! Долго она не выдержит. Чё за блядство это такое? Сейчас будет дрон-помощник. Поднимаю. Ставь ракетную турель. Ракетная турель готова к бою. Тут нужен заряд. Пробейте его щит. У нас гости! Они там хорошо засели. У них броня! Уводите его! За помощь! Ракетная турель подбита! Так. Думаем. Заряд готов! Взрывчатка на месте! Пошла! Сейчас рванет! Так. Выбейте их! Защищаю зону! Нужна защитная сфера! Есть щит! Собрались! Закладывайте мину! Мина установлена! Пошли его. Щит снят. Избавляй темп. Минируйте это место. Мина заложена.
Да заткнулся, боже. Снимите его щит! Поднимаю! Это последний. Мозаика вроде молчит. Док, мы что, победили? Я бы не был так уверен. Мы нанесли ей удар, но в эфире слишком много помех. Мне это не нравится. Возвращайтесь пока что на пост. Тя? Доработанный сигнал, просто заметный эффект. Показал заметный эффект. Контроль мозаики над объектом ослаб, но не столько, чтобы связь оборвалась. Работать еще раз было слишком рискованно. До объекта 23. Не говоря уж об агенте Досиве и его команде. Понятно. И снова куча всякого, да? Программа с вами после долгих размышлений мы возобновили эксперимент с превышающим сигналом увеличенной амплитудой. Риск за объект достает представляет значительным, но не смертельным и безусловным и меньшим злом, чем контроль мозаики и процессирующий психоплазмоз. Агент Досильва повторит предыдущий эксперимент с модифицированным сигналом. Надеемся на более значительный эффект. Оу. Что-то у вас тут открыто, но у вас тут нет нихуя. Ну да что? А где это? На 30% скорее время перезарядки всех умений, на точность стрельбы с ними. Самый дерьмовый. Получилось? Док, скажите что-нибудь. Найн, мозаика ослаблена, но связь остается. Похоже, мы что-то не учли. Судя по тому, что я слышал, все прошло удачно. По крайней мере, мозаика заткнулась. Да. И полагаю, что следующий мощный сигнал заставит мозаику разорвать связь для самозащиты. Повыше. Ура, бля. Обосраться. Чем тут осталось? Разом врага. Быстрее. Угу. Что это? Угу. Так. Ну теперь по сути, кто мне нужен? Лекарь мне как бы не нужен. Мне нужен шнайпер. Давай. Вот я. Андерсон, ну-ка я изменю сейчас тебя. Мы люди в черном, поэтому люди в черном должны быть людьми в черном. Тут весь какой-то такой, блядь, нарядный там. Дробовик. О. Нет, не нравится.
этого лазерный и оружие. Тебя на снайперке нету, да еще? Угу, лазер, все. Последний раз у нас были неплохие результаты. Думаю, надо увеличить мощность, и все получится. Пора с этим заканчивать. Повторный шторм. Решили начать пораньше, док? Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Что за... Не может быть. Вторжение. Все происходит по-настоящему. Охуеть, обосраться, ебать. Ты дрон-помощник. Тут нужен заряд. Мина установлена. Ракетную турель туда. Давайте. Секунду, убегайте. Заряд готов. Готово. Ракеты готовы. Сейчас рванет. Пошла. Они бронированные. Полетели. Покажите ему. Надо их отвлечь. Зачищаю зону. Навожусь на цель. Выбейте тут все. Понеслось. Это их отвлечет. Ракетная турель подбита. Закладывайте мину. Мина заложена. Спрячьтесь вон там. Иду. Выдвигаюсь. Они подходят. Да вы ебать вас рот. Вторжение. Все происходит по-настоящему. Так. Ставь ракетную турель. Ракеты готовы. Минируйте это место.
Далее, оп! Вот и дрон-помощник. Задайте ему по полной. Мина установлена. Отвлеките их. Стреляю! Ударьте сюда. Они в броне. Это их отвлечет. Они наступают. Вызываю артиллерию. Командир, вы ранены. Избавляй их. Они сближаются! Готов! Готово! Пошла! Сейчас рванем! Ракетная турель подбита! Отходим! За командиром! Я на точке! Отвлечь не получилось! Они сближаются! У них щиты! У них броня! Граната, ложись! Мне конец! У них щиты! Полетели! А вот и щиты! Не теряем темп, почти прорвали! Командир, вы в порядке? Сейчас будет лучше. Закладывайте мину. Мина заложена. Разгоните их оттуда. Очищаю зону. Мы потеряли дрон. Так, блядь. Покажите ему! Хули, блядь, показать? Отвлеките их, быстрей! Навожусь на цель! Заряд готов! Готово! Поднимаю! Защиту сюда! Понял вас, выдвигаюсь! Сейчас отвлеку их! Минируйте это место! Нам нужны ракеты, быстро! Мина установлена! Ракетная турель готова к бою! Да блять! Ты что сделал? Не ебать вас тут! Чего вас так много-то? Выбейте их! Пусть побегают! Да вас что-то так, блядь, да хуя много, ёбаный вас в рот. Спасибо.
Майкл! Я ранен! Поможете? Мне нужна помощь! Вы мне курка! Помогите! Помогите! Не сдавайтесь! Спасибо. Долго не продержусь. Сейчас будет лучше. Поднимаю. Крючатка на месте. Заряд готов. Задайте ему по полной. Выбейте тут все! Закладывайте мину! Мина установлена! Ставь ракетную турель! Кроме клетки! Активная поддержка! Помогите! Ракетная турель подбита! Я не могу подняться! Бегай! Осторожно! За мной должно! Сейчас будет дрон-помощник. Угоните их! Защищаю зону! Помогите агенту! Я уже иду! Сейчас начнется! Они подходят! Потеряли дрон! Бросайте меня! Он поднялся! Нужна помощь! Я поставлю... Держитесь, командир! Готовы ко второму раунду? Попробуем еще раз! Ходу! Дрон их лечил! Да вы заебали, вот честно! Говоря, я не понимаю, мне до этого дебила убить или чё? Покажите ему! Надо их отвлечь! Але, оп! Крючатка на месте! Заряд готов! Навожусь на цель! Сейчас рванёт! Тут нужен заряд! Мина заложена! Ракетную турель туда! А вот и щиты! Ракетная турель готова к бою! Огонь! Это их отвлечет! Господи! Господи! Он вызывает укрепление! Отвлечь не получилось! Да блядь! Может, подлечите меня? Помоги! Блядь, ёбаный ты в рот!